Всем привет, дорогие друзья! Мы сегодня будем играть в игру. Я не знаю, какую. Про свинку. Про свинку Деда Бера. Деда Бера. Ладно, давай начнем играть. Я вот тут ролик смотрю. Сейчас покажу, какой. Так. Выиграть Деда Бера. Ну, смотрите, тут уничтоженные машины гидровлический против разных предметов жесть. Жесть, я понял, что жесть. Ну, тогда давай играть. Я могу Деда Бера. Так, ну... О, свинка. Сейчас мы будем играть в игру «Свинка Деда Бера». Мы тем более будем играть в игру «Деда Бера». Ну, то есть, пошутил, ребята мои любимые. Ну, иди ты. Я тебе говорил, заболел. Если вы знаете, что такое сопелка, это просто напишите в комментариях, что если вы знаете. Ты меня заманул с этими песнями. Мы... Это такой простой с тобой от простуды и соплей, и бростей. То есть просто от простуды и соплей. Иди, свинка, пудай. Ладно, давай играть. У меня новая такая версия, вот смотрите, тут облачка. Вот, смотрите, что сейчас будет. Вот. Тут вот такие вот штуки. Что это? А, постойка, ребята, стойте. Это не тот уровень. Вот. Я забыл, что это тот уровень. Ладно, простите, ребята. А, вот. Все, вот смотрите, что сейчас будет. Тут вот такие вот штуки. Я вам сейчас покажу, какую вот эту... Блин, где ее... что-то пропустил. Где за... А, вот эта штуковина. Я вам хочу ее показать. Это офигенная штука. Вот смотрите, сейчас тут будет само строиться. Оп, и построилось. Ребята, это очень круто, да, ребята? О, смотрите, что тут как много. Но будет очень, очень сильно греметь. Я, пожалуй, звук немного убавлю. Так, все, убавим звук. Потом я прибавлю. Греметь будет. Так, ну, что тут? Так, поднимаю вверх и едем. Вообще все, мы
подряд включаем все, вот все подряд включим. Вот такая вот уборочка, которая она сильно гремит. А если прибавить? О, вообще гремит, ужас. Сейчас мы все отключим. Ну, вот такая быстрая штука. Да ё-моё, что-то я путаюсь. Так, что у нас тут еще интересненькое? А, еще вот это интересненькое. Так, ну-ка. О, это прикольная совсем штучка, она очень прикольная. Ну-ка. О, ну это вообще жесть. Нет. Сейчас увидимся. Папа, я вообще-то мальчик, мне еще 5 лет. Папа, я папе скажу, чтобы он этот ролик назвал «Плохие свинки». Да, я вот этот ролик назвал «Плохие свинки», потому что я видел ролик, тоже там было написано «Плохие свинки». О, вот этот он, тут надо приделать колесики, я хочу к ней, вот этой штуке приделать колеса. Вот этой вот штуке приделать колесики. Ну, давай мы поставим колесо, то есть маленькие колесики. Так, и запускаем его. Теперь мы приземляемся на посадку. Виу. Мы приземляемся на посадку. О, ну это вообще жесть. Огромный бубыш из мультифильма. Огромный какашка. Простите, что я это сказал. Огромные кубки, которые взрываются. Я вот так хотел сказать. Простите, это не я сделал. Это просто я так вот так сделал. Я не пукнул. Еще раз простите, что я так сказал. Но напишите в комментариях, что да ладно. Смотрите, что я сейчас делаю. Подрязила. Чего? Быстрее едем. Это волосы у свинки. Виу. Они поцарапались. Опять поцарапались. Это вонючие свинки. Простите. Да я за что говорю, простите. Яйца нет! А хотя давай огромный бубыш из яйца. Давайте огромный бубыш из яйца. Давай. Огромный бубыш из яйца. Подмышка.
Разлетелось яички. Разлетелось яйца. Нет. Не смешно. Одно яичко теперь упадает. Быстрей. Блин, все яички уже полопались. Я быстрей. Нет. Я быстрей. А, сейчас, ребята, помою. Бабасочки. Кстати, вот такая штука можно сделать. Вот какая она здоровенная. Офигеть. Что с ним, с этим роботом? Роботом. Ту-ту-ту-ту-ту. Опа-на, робот. Смотрите. Пуки-пуки-пуки-ки-ки-ки. Don.
так настал мне Ребята, я сейчас заново. Опа. Он просто... Пустите. Меня сопливали передачи. Сопливай передачи, ха-ха-ха. Сопливай передача. Thank you.